Добрый день, друзья! Сегодня у нас 1 августа. Мы находимся в районе магазина Леруа Мерлен. Здесь растут корпуса нового микрорайона. Улица Романтическая. Район. Видно, что только что строится, еще мало благоустроен, но работы ведутся. Садик вот уже построен. Дома довольно веселенькие. Большущая спортплощадка. Вот еще одна площадка. Мы выросли в чистом поле. Зелени практически нет. Деревца посажены. Что со временем все это вырастет. Вот, улица Родниковая. Название. Романтические. Магазин уже магнит работает. Улица Каштановая. Улица Осиновая. В каждом дворе детская площадка и веселенькие светлые дома. Внешний вид домов понравился. Не знаю, как они со временем будут выглядеть, а сейчас пока очень впечатляют. Веселенькие. И рядом крупный строительный магазин. Такой микрорайон вырос в чистом поле. Вот современный детский сад. Район Новая Отрадная. Прогулочная зона огромная у садика. На школу похоже. И кругом еще стройка. Стройка и стройка. Впереди корпуса возводятся новые. Скамейка влюбленных, скамейка свиданий. И так вот на каждой скамеечке у каждого подъезда что-нибудь да написано.
переехали в другой микрорайон от родного. Детский садик. Ритм. Бульвар. 70 лет Победы. Этот микрорайон чуть-чуть старше, чем тот первый, который мы смотрели. Но он еще тоже строится. Много новостроек. Какие красавцы стоят. Детские площадки кругом. И улица Рубиновая. Изначально мы были вот в том микрорайоне вдалеке, который виднеется. Вот еще три домика возводятся. Школа довольно приличных размеров. При школе огромный стадион. Хорошая школа, современная. Тут строятся новые корпуса. Ну вот, побывали мы в двух микрорайонах Нового Отрадного. На этом наша прогулка завершается. Подписывайтесь на канал, пишите отзывы. Ставьте оценки. До скорых встреч!